Они словно спят или прячутся от нас, где-то на дне водоемов или глубоко под землей. Кажется, что однажды эти существа очнутся ото сна в миллионы лет и вновь заявят о своих правах на эту планету. Люди находят иногда следы их пребывания в горной породе, глине, почве. Кости, зубы и черепа, окаменелые остатки древних существ – это вечное напоминание о мирах прошлого. Такие находки и места, где жили предшественники человека, будоражат воображение, пробуждают страсть к открытиям в каждом из нас. История кочевников часто воспринимается как область знания о прошлом, которая уходит в глубину на тысячи лет назад. Благодаря археологическим раскопкам в этой ретроспективе место заняли древние тюрки, саки, скифы, племена эпохи бронзы и каменного века, первобытный человек. Но есть в Казахстане точка, попав в которую, словно оказываешься в машине времени. Тебя отбрасывает назад не на века, а на эпохи. И мир, который казался сказкой, придуманной первобытными людьми, а потом развитый фантастами и Голливудом, вдруг становится реальным. Восточный Казахстан можно было бы назвать одним из лучших мест охоты на доисторических монстров. Миллионы лет назад здесь жили причудливые животные и птицы, вокруг росли всевозможные растения. Место, в котором обнаружили свидетельства древней жизни, и само по себе поразительное. Эту долину называют Киинкириш. Ученые считают ее одним из интереснейших палеонтологических памятников, а люди, далекие от науки, убеждены, что это город духов. Какие доисторические монстры здесь притаились? Что скрывают сказки кочевников и мифы древнего мира? Кажется, что шансов постичь загадку этой долины и ближайших к Киинкиришу земель почти нет. Но важное открытие можно сделать и сегодня. Просто нужно знать, где искать. Зайсанская котловина – межгорная котловина в Казахской ССР, между хребтами Южного Алтая, Тарбагатаем и Сауром. Высота днища от 370 метров озера Зайсан до 900 тысяч метров у подножия соседних гор. Многим кажется, что в 21 веке на глобусе уже не осталось белых пятен. Люди действительно обследовали разные уголки Земли и дали название всему. Тем не менее, это не означает, что на свете нет загадочных мест. Киинкириш – часть такой малоизученной территории, которая расположена на востоке Казахстана. Ее название зафиксировано в озере Зайсан, что в 30 километрах от долины. Зайсанская впадина – это уникальная страна в плане, с точки зрения геологов и палеонтологов. Очень много интересных геологических разрезов, насыщенных палеонтологической органикой. Здесь мы можем представить отложения от мезозоя, кончая самыми поздними верхними кайнозойскими отложениями. Если спуститься вниз на дно этого ущелья, то вы увидите очень красивую панораму из разных, причем слоями расстилающихся разноцветных отложений. И каждый слой – это разный геологический возраст. И в каждом слое можно найти разные палеонтологические остатки. Киинкириш – это не застывший памятник. Природа словно каждый раз передумывает. Она спешит внести новые штрихи в пейзаж и без того диковинной долины. Это третичные глины, которым, как считают геологи, по крайней мере, как я читал, более 60 миллионов лет. И вот в силу эрозии, вот сейчас, видите, ветер дует, дожди, когда проходят, все размывает, все разносит. И они находятся в состоянии постоянного разрушения, динамики. И год от года они меняются. Вот где были своды и проходы, на следующий год приезжаешь, там уже какая-то промоина, обвалилась пещера, лежат куски. И немножко становится жалко, но каждый раз они смотрятся по-новому. Мы не знаем, какие фигуры и объекты мерещились здесь первому человеку. Наверняка это было зрелище, поразившее воображение. Сразу вспоминаются сказки кочевников, населенные драконами, волшебными птицами, змеями, всевозможными монстрами. А их соседи-китайцы за 300 лет до нашей эры описывали найденные в земле кости, как они считали драконов, и верили в их волшебную силу.
В 90-х годах прошлого века в составе научной экспедиции в Зайсанской котловине работала палеонтолог Фируза Леубердина. Она до сих пор прекрасно помнит, что город духов показал ей и ее коллегам. Внутри Кинкириша в те времена, сейчас многое разрушено уже, в те времена мы отмечали, что это кораблик, это тюбетейка, это юрта. То есть самые разные названия давали мы, и отмечены они, конечно, GPS-приборами у нас. В каждом из этих возвышений мы находили палеонтологические остатки. Отпечатки листьев флоры интересные, древние остатки животных. Биолог Борис Щербаков тоже сюда приезжал и не раз показывал заповедные уголки Восточного Казахстана путешественникам, ученым и краеведам-любителям. Казалось бы, что уже можно и привыкнуть к диковинному ландшафту, усмирить воображение сухой информацией из научной литературы. А нет. Когда наступает ночь, то слышишь, там где-то воют волки, то слышишь уханье филина. Это, знаете, как было интересно? Это было ощущение, когда ты идешь или уходишь в какое-то прошлое доисторическое. И сам облик вот этих глиняных останцев Кинкириш, ну вы сами видите, что это такое, он побуждает представить, какой мир был в прошлом, как красная планета. Если где-то из ущелья выйдет динозавр, вы не удивитесь, это доисторические места. 1923 году в Центральной Азии, пустыня Гоби, были обнаружены останки протоцератопсов – удивительных растительноядных ящеров с мощным костным воротником на черепе, мелких хищных авиратторов, напоминавших по внешнему виду маленьких страусов с длинным хвостом и рогоподобным выростом на носу, и велоцирапторов – хищных динозавров средней величины. В районе пламенеющих скал впервые в мире были найдены яйца динозавров. Ни одно существо, жившее на планете, не поразило так сильно воображение людей, как ужасный ящер. Именно так переводится слово «динозавр». Сам термин в середине 19 века ввел английский биолог Ричард Оуэн. Но еще задолго до этого людей удивляли останки вымерших существ. Средневековая наука приписывала кости мамонтов или динозавров гигантским людям, исполинам или драконам, убитых рыцарями. А по другой гипотезе считала их останками животных, погибших во время Великого потопа, описанного в Библии. А теперь вспомните древнегреческие мифы о кочевниках, племенах аримаспов, истерегущих золото грифах. Когда-то территорию Восточного Казахстана населяли кочевые племена. В их царских курганах, названных Бирельскими могильниками, археологи находили фигурки золотых грифонов, крылатых существ с туловищем льва и головой орла. По некоторым предположениям, легенда древнего мира о грифонах могла основываться на находках окаменевших скелетов протоцератопса, растительной рептилии из группы рогатых динозавров, до 2 метров длиной, которая обитала в Центральной Азии. Палеозой. Ранняя эра в геологической жизни Земли началась около 570 миллионов лет назад и продолжалась 340-350 миллионов лет. Мезозой. Геологическая эра в истории Земли, начавшаяся 235 миллионов лет назад и продолжавшаяся 170 миллионов лет. Так что же дает ученым исследование таких мест, как Кинкириш? Что за процессы происходили здесь задолго до появления в мезозойскую эру динозавров, а также млекопитающих, птиц, цветковых растений? И в чем секрет марсианского облика земной долины? Когда-то на нашей территории здесь вот располагался Палеоазиатский океан. Обширный океан, занимающий почти все северное полушарие. Между Казахским материком и Сибирским материком располагался Иртыш-Зайсанский морской бассейн. Здесь накапливались отложения будущей земной тверди, на которой мы с вами сейчас сидим. В то время ничего подобного не было. Но это 600-300 миллионов лет тому назад, вот в этом вот интервале. Вот. И так было в течение всего раннего палеозоя и до середины позднего палеозоя. Где-то в середине карбона
постепенно Палеоазиатский океан прекращает свое существование. Но по тектонике плит это называется «захлопнулся». То есть произошло сближение сибирского и казахского континента. Так возникла вот Тверь, на которой мы с вами сейчас живем. Казахский континент, сибирский материк. Какие интересные полузнакомые названия. Благодаря им картина сложных процессов становится, если не понятней, то чуть ближе. Несколько миллионов лет назад, в мезозойскую эру, территория Казахстана, Западной Сибири и Монголии по своему ландшафту напоминали саванны современной Африки. Здесь было тепло и влажно. Специалисты даже могут привести примеры животных, которые гуляли по Зайсанской котловине и другим местам. До этого находились остатки древних болотных носорогов аминодонтов или зайсан-аминодон. Это череп с челюстью украшает палеонтологический музей Москвы. Помимо того, грузинские коллеги, которые там уже тоже работали, увезли полчерепа с челюстью, с разинутой пастью аминодонта в Тбилиси увезли. Причем это все было скрыто, я даже об этом не знала. Помимо этого, когда мы работали, мы находили, конечно, и остатки челюсти энтелодона. Энтелодон – это древние свинообразные, которые жили на территории Казахстана, начиная с раннего олигоцена, то есть где-то 35 миллионов лет назад. И наиболее поздние энтелодоны, их назвали неоэнтелодон, род у нас. И больше гигантских размеров нашли 20 миллионов лет назад, которые обитали, нашли на территории уже близ станции Сарайзек. На час Приоралья мы затем спустились на юг, до Ташкента, прошли вдоль северных предгорий Тяньшаня с пересечением Муюнкумов и закончили наши работы в Зайсанской котловине. Пожалуй, наиболее интересной новостью было открытие геологов, незадолго до нас обнаруживших скорлупу яиц динозавров на реке Тайжузген в Зайсанской впадине. Сегодня трудно представить на месте этого каньона джунгли, в которых гуляли жирафы, трехпалая лошадь древности, гипарион, бизоны или крокодилы. А между тем, здесь была восточно-казахстанская версия парка юрского периода. Я знаю, что единственная находка полного скелета бизона, вот сама очевидец, как вынимали этот скелет, действительно скелет полный, даже хвост весь целый. Эта находка хранится, да, была увезена в Москву, в геологический институт, в палеонтологическое собрание. И сейчас экспонируется, вот есть такой музей, он называется музей Дарвина. Вот там вся живность, какая существовала на Земле от начала до наших дней, вот эта вся живность, все, что найдено на территории России, Казахстана, Грузии и так далее, ну тогда Советского Союза, ну и что-то, если доставалось, и покупалось из других материков, других стран, то все там экспонируется. Были какие-то острова, была какая-то растительность. Здесь водились гигантские удавы, крупные змеи, гигантские двухметровые черепахи, тистуды. Здесь были страусы, вот недалеко пещера Караунгур, и кости мамонта находили, и саблезубого тигра. Вообще, это долина древнейшей старины нашей планеты. Это образец. На Киен-Кириши когда-то была богатейшая фауна. Но значит ли это, что рано или поздно долина обнажит целое кладбище доисторических монстров? Оказывается, не все так просто. Богатейшая растительность, разнообразные обитатели. Но мы не находим следов их. Почему? Потому что не было условий для захоронения. Такие были природные условия. Рельеф был такой. Ну, заросли были густые. Ну, что все это мешало захоронению. А что значит трупы остались на поверхности? Любителей поживиться, попитаться очень много. Это и всевозможные трупоеды, это и черви, это и насекомые плотоядные. Все растащат, все уничтожат, ничего не останется. Хотя по окраинам во впадинах все-таки мы встречаем остатки этих животных. Пейзаж в городе духов меняется в разное время года и даже дня.
На каждого, кто хоть раз здесь побывал, сильное впечатление производит пылающая глина. Мы пошли, вот ходили по этим лабиринтам, эти горы, цветные глины, эти вот каньоны, которые похожи на замки, на юрты, так нас очаровали, что захотелось приехать туда в другой раз. И вот мы приехали весной. Почему? Потому что захотелось увидеть цветущее это место. Просто загадочное марсианское поле. Такой уголок земли, как Зайсанская впадина, не только представляет интерес для науки, но и служит местом силы, вдохновения и бесконечного удивления. 40 лет назад я из России приехала сюда, в Восточный Казахстан, по распределению. Мне родственники говорят, что там тебе, медом намазано, что ли? Я говорю, да, конечно. Это люди, это природа. Мне раньше казалось, что нет величественной белухи, каменной сказки в Алтайском заповеднике. Но когда я приехала на Кинкериш, Аштутас, Чекельмес, я поняла, я очень ошибалась. Еще есть такие места прекрасные и таинственные, которые моя душа еще не знала. Где действительно такое потрясение, такое какое-то открытие нового в природе и вообще в мироздании, даже так кажется. Как будто там эти места связаны с космосом, и оттуда нам что-то нашептывает. Жизнь на Земле существует почти 4 миллиарда лет. Но есть места с инопланетным ландшафтом. Впрочем, здесь есть воздух, небо, где-то встречаются растения. Значит, это все-таки наша Земля. Почему же она так выглядит? Эксперты говорят, что секрет марсианского пейзажа связан как раз с влажным субтропическим климатом. Влажно, тепло. В таких условиях железо всегда переходит в свободную форму в виде гидроокиси. Что такое гидроокись? Это ржавчина, наша вот обычная, которую мы с вами хорошо знаем. Когда железо долго в воде полежит, чем покрывается? Ржавчиной. И вода тоже такой цвет приобретает. В результате все, что оседало на дне водоемов, все приобретало вот этот вот цвет, рыжий. Много свободного железа, яркая окраска, поменьше желтоватая или вообще бледно-желтая окраска. Все зависит от количества свободного железа. Интересно, что думали о странном каньоне кочевники? Почему так сложно заниматься палеонтологией, несмотря на интерес к происхождению Земли? И какая связь между Луной и динозаврами? Кочевники привыкли к сложным условиям жизни. В степи встречались зоны, лишенные пастбищ, лесов и водоемов. Но Киин-Кириш отличается даже от таких мест. Вероятно, об этом первые племена слагали легенды. До наших же дней дошло лишь название – Киин-Кириш. Примечательно, что казахи в него вкладывали не только житейский смысл, но и долю мистики. Ведь почему-то об этом месте говорят еще как о городе духов. Курчум Мерке. Эти горы относятся к Алтаю. У нас есть и дремучий лес, и рощи, и просторные долины, и пески. Все у нас есть. И одно из таких особенных мест в бассейне реки озера Зайсан – Киин-Кириш. Есть еще гора Бюрек-Тау, Шекельмес, а сама площадь долины Киин-Кириш – около 300 гектаров. Название Киин-Кириш происходит от древних тюрков. Про сложные перевалы они говорили «киин», а у казахов словом «кириш» называли «застывшую грязь», то есть «киин-кириш». Это потому, что наши предки, занимавшиеся скотоводчеством, подходя к этим местам в дождливые дни, попадали в труднопроходимые места. Грязь налипала на копыта лошадей, к колесам телег. Вот, видимо, поэтому так и прозвали эти места. Так предполагают наши предшественники. Киин-Кириш в 1902 году приезжали исследовать французские ученые. Об этом пару-тройку лет назад в газете «Егемен Казахстан» выходила статья Жанбулата Оппаева. Я до этого и не знал, что долину исследовали французы. Да что там говорить, тут в Курчуме много людей не знают о Киин-Кирише. Вот такие мы, казахи, не ценим то, что имеем. Примечательно, что точно так же в начале 20 века рассуждали американские фермеры. Они называли голые, лишенные растительности обрывы, непригодные для земледелия, термином «badland», то есть «плохие земли».
Люди не предполагали даже, что именно пустынные области Северной Америки окажутся богатейшим кладом для палеонтологов. Кстати, на Кинкириши даже людям науки было порой не по себе. В этих условиях часто бывает безводье, месяцами бывает, усиленное зной устанавливается, слепящее, и здесь становится тоскливо и очень неуютно. Вот сейчас еще весна, прохладно, и как-то более-менее по-человечески будем говорить. В противном случае это бывают трудные места. И вот, как казахи говорили, Кинкириш переводится «трудный красавец» или «ах, как трудно». И рассказывали, что когда здесь работают геологи, работали, то были случаи после недельного пребывания, уже вот от этих всех цветов мозг человеческий устает настолько, что начинаются галлюцинации. Люди ночью вставали и бродили, потому что идет перевозбуждение. Коллекции всего мира по динозаврам насчитывают сотни скелетов, тысячи черепов и костей. Это лишь ничтожная доля. Ведь эти существа жили на всех материках, и речь идет о миллионной популяции. Так где же еще их следы? Где-где? На Луне. Такая гипотеза родилась в 20 веке. Даже было придумано название новой науки – астропалеонтология. О происхождении Луны идут давние споры. Имеется немало сторонников отрыва ее от Земли. Если Луна оторвалась от Земли уже после возникновения жизни на ней, некоторые предполагают, что это было именно в мезозое, когда жили динозавры, то остатки этой жизни, то есть ископаемых животных, должны быть и на Луне, в ее коре. Впрочем, специалистам пока достаточно работы и на Земле. Тот же Восточный Казахстан способен подарить интересные находки. Это очень трудная специальность палеонтолога, понимаете? Это труднее, чем у археологов, потому что все-таки археологи, когда делают, раскапывают городища, они где-то вблизи, вот как-то их поддерживают, и акиматы, и все. Наши местонахождения очень далеки, понимаете? Зачастую вода привозная, зачастую там последний случай был такой, что люди думают, что мы копаем золото, бывает и нападение, понимаете? Поэтому приходится, как говорится, дружить с местным населением, объяснять им, рассказывать, что это кости древних животных, что тут... А они что, тоже имеют цену? Они имеют научную ценность. Мы вот так говорим, научную ценность. Но сейчас очень много черных палеонтологов, черных археологов, которые копают, потом кому-то перепродают, кому-то... И теряется значение для науки. Этот объект, может быть, он очень ценный, его надо изучить, его надо восстановить, да, все сделать. Восстановить палеосреду, в которой он жил, палеоклимат, в котором жил, что рядом с ним обитало, какая растительность произрастала, то есть воссоздать палеоландшафт. Специалисты хотели бы оградить Кинкириш от вторжения туристов, а краеведы надеются превратить памятник в своеобразный бренд Восточного Казахстана. И те, и другие в одном согласны. Город духов нужно всячески оберегать от варварского вмешательства. Мало какое место в степи оказывает столь мощный эффект, как долины, подобные Кинкиришу. Даже если не знать о найденных в этих местах доисторических артефактах, связь с миром, существовавшим миллионы лет назад, ощутима почти физически. И здесь каждый испытывает благоговение от мысли, какой бесконечно огромный путь прошла Земля.